Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова Режим Лестер и Этмус Крупарка Мультиплеер. А сегодня в данном ролике я вам покажу баг на скорость, то есть без всяких программ и так далее, с помощью которого, собственно, вы сможете разогнаться до 300 миллионов километров в час. Так что я желаю вам всем приятного просмотра. А мы начинаем, друзья, поехали. Друзья, перед началом данного ролика я бы хотел вам показать один очень хороший проект. Я думаю, что вы слышали про GTA Samp на ПК. Так вот, теперь можно поиграть в GTA Samp прямо на своем телефоне. И вам в этом поможет проект онлайн РП. В Самп ты сможешь делать абсолютно все. Огромный открытый мир GTA San Andreas. В GTA Samp есть очень много различных работ. А зарабатывая деньги, вы сможете приобрести себе дом, новые скины. Ну и самое сладкое, тут можно приобрести себе абсолютно любую машину. А для того, чтобы начать играть, первым делом загляни в описание и скачай лаунчер по ссылке. Дальше установка, она максимально простая. Запускаем скачанный лаунчер и нажимаем загрузить. Затем запускаем саму игру и продумываем ваш игровой ник. И залетаем на любой из трех серверов. А я играю на первом. Кстати, по моему промокоду Lester ты получишь 120 тысяч игровой валюты. И хватит на покупку первой машины или же дома. В общем, ссылка на онлайн РП в описании. Скачивайте и играйте вместе со мной. Друзья, как бы если что, если в ближайшее время как бы не будет роликов, то знаете, то, что я заболел. Как бы, пацаны, сейчас я себя чувствую не очень даже хорошо, так что, ну, я все равно пытаюсь для вас, пацаны, делать ролики. Короче, сегодня, пацаны, я нашел в, так сказать, зарубежном ютубе, то есть на английском, так сказать, ролик там, где пацан разогнался до скорости 300 миллиардов километров в час. В крупаркинге, без настроек, без ничего. Так что, пацаны, сейчас я вам это покажу, вообще, как это работает и почему, пацаны, вообще такой баг происходит. То есть там просто показана скорость миллиард, ну, реально, там очень, пацаны, большая скорость. И быстро я бы это сегодня проверил, то есть я еще это не пробовал, то есть сейчас мы это вместе с вами впервые попробуем. А если, пацаны, вам как бы понравится данный баг, то, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, потому что это очень большая мотивация для меня снимать новые и интересные ролики. Так что, пацаны, как бы просто лайк и подписка. Все, поехали. Заходим, пацаны, в гараж и выбираем одну машину, то есть данный баг работает только на одной машине, которую, пацаны, сейчас я вам покажу, то есть на только данной машине работает данный баг, то есть на других машинах это работать не будет. Если что, так, где та самая машина, блин, я даже не помню, какая это машина, по-моему, это вот это, да, подождите, да, пацаны, вот та самая машина, это как бы, не знаю, что за машина, это, по-моему, короче, я не знаю, что это за машина, но, как бы, я примерно знаю, но я, как бы, забыл марку машины. Если что, как бы, на данный баг мы не потратим ни рубля, просто, самый, как бы, дешевый баг. Ну что ж, заходим мы в тюнинг, делаем сброс. Много раз, пацаны. Другое. Делаем сброс. Много раз. Дальше. Заходим в трансмиссию, пацаны. Делаем сброс. Все. Заходим в подвеску, делаем сброс. И все. То есть мы как бы, пацаны, все сбросили. Даже центр, пацаны, тяжести мы сбрашиваем. Тюнинг, пацаны, ну как бы тюнинг, и что мы будем сбрашивать, да? Все. Теперь мы заходим на карту Сити. И, пацаны, теперь мы едем на старую мастерскую. То есть не туда, на новую, а на старую, которая была у нас раньше. Как видите, пацаны, машина максимально медленная, то есть она вообще не валит. Но, пацаны, ничего страшного. Поехали мы своим ходом пока что, а потом вы просто офигеете, пацаны, насколько она быстрая. Так, ну что ж, спускаемся вниз, покупаем шины. Теперь подъезжаем вот сюда, вот спускаем эту фигню. Даун, даун. Вот, даун. Спускаем, пацаны, так сказать, подъемник. Потом встаем, пацаны, на него и поднимаемся до конца. Так, ну что ж, давай спускайся, брат. Давай, 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 спускайся, спускайся. Давай, 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 давай. Теперь, пацаны, поднимаем его до конца. Ждем. Ждем, пока, пацаны, наша машина поднимется, как бы, до конца. Теперь, пацаны, смотрю внимательно. Переключаем на М. И, пацаны, просто жмем до отсечки. Потом пошла вторая. До отсечки. Третья. До отсечки. Четвертая. До отсечки. Пятая. До отсечки. Шестая. До отсечки. И седьмая. И, пацаны, если что, седьмая тоже до отсечки. Теперь аккуратно и медленно, пацаны, спускаем передачу вниз. То есть, хопа. Шестая. Пятая. Четвертая. Третья. Вторая. И первая. А теперь мы жмем, пацаны, просто на трассу. В смысле? Подождите.
Я что делал, пацаны, так, походу, да. Так, пацаны, по-моему, это из-за привода. То есть, пацаны, у меня был задний привод. То есть, сейчас я поставил полный привод. И посмотрим, будет ли это, пацаны, работать на полном приводе. А если это не работает, то это просто дикий фейк. Но, как бы, я надеюсь, что это не фейк. Окей, так, ну что ж, опускаем заново, пацаны, как бы, и делаем просто сейчас все заново. Все, пацаны, поднимаемся на эту фигню. Нажимаем на даун опять. И поднимаем машину, пацаны, до самого конца. Так, ну что ж, теперь мы переключаем на М. И поехали, пацаны, до отсечки. Вторая пошла до отсечки. До отсечки, давай. Все, отсечка, пацаны, есть. Теперь медленно и аккуратно, пацаны, спускаем передачу вниз, не отпуская газу. Так, пошла шестая передача. Пятая передача. Четвертая передача. Аккуратно, пацаны, медленно, то есть не спешим. Третья передача. Вторая передача. И первая передача. И теперь нажимаем на трассу. Ага. То есть это что, фейк? То есть я попробовал, пацаны, вообще всеми способами почти. Ну давайте попробуем еще раз. А если это не работает, то это получается разоблачение. Так, мне кое-что посоветовали, так что давай сейчас мы зайдем в тюнинг, делаем сброс 7 раз, пацаны. Раз, два, три, четыре, пять, три, четыре. Просто, пацаны, делаем очень много раз сброс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять. Подвеска. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 девять. Так, пробуем, пацаны, еще раз. Поехали. Получилось, пацаны. Опа, опа. Ну, вроде получилось, ребят, да? То есть, там была скорость. Но почему она не вечная, блин? А там, пацанов, пацаны, была скорость. А, ну. Пацаны, короче, надо, пацаны, пробовать, походу, много раз. Но, как бы, я на секунду реально взлетел и полетел с очень большой скоростью. То есть, данный бак работает. Могу бы сказать, что данный бак работает. Просто гляньте, нифига этот букс у меня был. Короче, пацаны, данный способ работает, но, походу, как-то надо делать это медленно. Но это, пацаны, работает. Так что, друзья, ну что ж, на этом у меня все. А если вам данный ролик понравился, то лайк и подписка. Но, походу, это, пацаны, работает через раз. Так что, ребят, на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. И до скорых, пацаны, всем встречи. Пока-пока.